Для танкистов сразу сообщаю, для танкистов в комментариях. Это не канал Евгения, это не его канал, это мой канал. Я комментирую просто. Это моя реакция. Ну вот нравится нам сидеть и обсуждать. Не канал это Евгения, не надо тут гундеть. Спасибо за понимание. Добрый вечер. Здравствуйте. А вы откуда? Санкт-Петербург. Блин, опять это все. А кто вам нужен? Не, ну никто не нужен, я с Киева просто. Ну, с я Киева, просто хотел замечательно. Задайте вопрос хотел. Почему вы на нас напали? Задавайте. Я за... Задержка, наверное, идет в интернете, да? Да, задержка. Да. Ну, как вам сказать? Задержка в развитии идет в Киеве, в некоторых. Поэтому тяжело. Правильно. Дело в том, что эту антитеррористическую операцию начала Украина. А Россию заканчивает. Вы в нее верите? Во что? В эту операцию. Ваши пацаны погибли. Вы же первые три дня 24 тысячи человек погибли. Ну это же бред. Это же бред. Чего вы верите своему телевизору? К сожалению, я видел. Все... Пусть посчитает по математике. Сколько у нас там осталось? 24 тысячи бурята. А бурятов 24 тысячи. Ну да. Так он бурятов призвал. Путин бурятов призвал. А, Путин бурятов призвал. Больше никого не призвал. А что вы орете тут? Мобилизация. Там только бурятов посылают. А вы мобилизация, блядь. Мы же не бурята, только бурят призывают. Все нормально. Успокойтесь. Знаешь почему? Вы знаете, Батина, вы... Но знаете, вы серьезно верите в то, что говорите? Я видел это. Да он видел бурятов там. Все 24 тысячи. Все лежат под окном. Вот 24 тысячи все лежат под окном. Сам, кстати, пересчитал, еще сходил. Бурятов 24 тысячи. Первые три дня. В Ирпене. А, в первые три дня 24 тысячи бурят. Это в первые три дня только. А остальные бурят еще где? Там, короче, под Харьковом, да? Развлекаются, понятно. Умел 23 тысячи. 4 бригады. Ну, кого вы смешите? 4 бригады. Ну, это же не 4 бригады. Четыре бригады погибло. Там кто-то визжит у тебя. Дядь, иди укол сделай. Кричит на заднем плане. Да. А у него тетя с России просто. Ну, как вам объяснить? Давайте, вы выслушать можете буквально 30 секунд? Да, знаете, почему вам врут? Чтобы набрать еще больше бойцов. Да. Чтобы еще больше бурятов. Конечно, у нас бурятов 37 миллионов. Они просто вообще, им по барабану. Они нескончаемые. Они у нас, это, безлимитные буряты. Они рождаются и вырастают за 4 дня. Поэтому там буряты всегда будут. Да, больше бойцов набрать. Вы знаете, да, что у нас... Да, вы пока вместе там кричать будете, ничего не поймете. Смотрите. Вот у нас во всей... У нас во всей спецоперации... На всей территории Украины, и в Луганской, и в Донецкой, и в Херсонской, и в Запорожской области задействованы 120 тысяч бойцов. 120 тысяч. Если верить вашим Министерству обороны, то вы 50 тысяч уже убили, да? А раненых, значит, в 3 раза больше, правильно? Ну, как правило. Мы считали по танкам. Считали по танкам. Вау. Один танк – это 5 тысяч человек. 10 танков мы у вас взорвали, значит, там в танке, естественно, 5 тысяч в каждом. Соответственно, 50 тысяч мы у вас убили. Мы ж по танкам считаем, да? Вот сколько и умножаем потом на количество людей. Вот все получается. Считали по танкам, вы не понимаете. Почему угодно можете считать. Мы уложили ваших 20 тысяч танков.
Да, 20 тысяч танков у нас. А у нас столько было вообще? 20 тысяч танков разъебали. В каждом танке как минимум, значит, 3. Значит, 60 тысяч уже по танкам чисто. По танкам сколько? 60 тысяч по танкам. Ну, нормально. 20 тысяч танков и 300 самолетов. 300 самолетов на 2 это 600. 20 тысяч танков по 3 это 60 тысяч. Ну и еще там по мелочи, там где-то там сям, БТР, фигеры там. Ну короче, 1300 мы у вас уже завалили. 300 тысяч бурятов у вас уже нету. Новые когда придут? Там сейчас на фронте никого у вас не осталось? Все пусто? Ну ладно, хорошо. Все, ну... Ой, господи, 2000, господи. А, 2000, ёперная жизнь. Ну ты чё, дядь, мы тут уже такие цифры набубенили. Тогда нет, тогда нормально. Тогда всего лишь 800 тысяч человек. 20 тысяч. А почему не 200? А знаете, сколько у нас хаймерсов? Знаете, сколько хаймерсов? 20 тысяч. 20 тысяч у нас хаймерсов. Мы у вас убили 20 тысяч танков, у нас 20 тысяч самолетов и у нас 20 тысяч хаймерсов. И вообще, знаете, я что-то число 20 тысяч, мне кажется, полюбил сегодня. Какое-то мое любимое число стало. Ну, сколько? Вчера Коношенков сказал, что у нас 20 хаймерсов. Это вот, ну, расстреляли вас. Ну, да, ты же дурачок, ты же не понимаешь, что он про ракеты говорит, да? Ты же слышишь хаймерс? Все, хаймерсы уничтожили. А слово ракеты, ну, на русский язык не переводится тебе, да, в голове? Поэтому ты не вдупляешь. Ну, ничего, нормально. 20 тысяч хаймерсов, 20 тысяч ракет, 20 тысяч гривен. Я не знаю, 20 тысяч гривен, просто хорошее число. Наши дроны. Нет, даже показали, ну зачем вы сочиняете? Ну, кто-то говорил. Ну, хорошо. Ну, у нас опять... другой ваш. Вот смотрите, вы ваш начинаете фантазировать. Все ваши цифры. Да-да-да, слушайте. Это слушайте. Же фантазия. Слушайте. Так, слушайте меня. Что слушать-то? У нас нету столько хаймерсов. Да, у нас 20 штук не было. Ну, они... же... как я сам себя наебал. Получил? Я сам себя наебал. Картонные. Я понимаю, они картонные. Резиновые. Не, картонные. Ну, Коношенков не говорил об уничтожении хаймерсов. Ну, зачем вы придумываете такую чушь? Ну, блин, я сейчас покажу видео. Давайте, хорошо. Покажите. Сейчас, когда он услышит, что ракеты, ой, обострется. Не обострется, у нее интернет пропадет сразу. Тут второй мобильный телефон. Не, надо взять. Ну, да, врать нехорошо. Врать нехорошо. Коношенков этого не говорил. Говорил. Ну, возьмите телефон. Хаймерсов наш. А до этого днем 44 хаймерса было уничтожено, прикинь. 44 и 20. Это сколько уже? 20 тысяч, правильно. Вот 20 тысяч хаймерсов у вас уничтожено. Так Коношенков и сказал. У нас не было 20 вообще? В априори не было 20. У вас 20 тысяч было. 20 тысяч было у вас. Возьмите телефон. И... где Коношенков это говорил? Второго нету телефона. У меня возьмите. У меня кнопочный, к сожалению. А, у вас кнопочный. А, 20 тысяч кнопок у тебя на телефоне? Ни хрена, у тебя телефон. А сколько у тебя всего телефонов? 20 тысяч телефонов. Понятно. Ясненько. Второй кнопочный, да. Ну... А, у нас унитазы, говорит. А, у них 20 тысяч унитазов. 20 тысяч унитазов у них, говорит, еще в квартире стоит. Мы сейчас видели, половину их выкинули. Видели фотку? 20 тысяч унитазов. Вот, поэтому он пока доберется до телефона, там очень тяжело пройти. А, унитазы есть у вас? А представляете? А можете показать? Пришли буряты. Буряты. А можете показать? Да. Пришли 20 тысяч бурятов, насрали в 20 тысяч унитазов, и потом их унесли с собой. Остался один. А вы, кстати, не первый. А вы не первый россиянин. Покажите унитаз. А вы не первый россиянин. Ну, покажите унитаз. Ну, а покажи унитаз, да, хоть посмотреть на унитаз, заебал. А то рассказывайте только, что что-то такое есть. Хоть раз покажите, дайте посмотреть. Возьмите телефон, покажите. Охренеть! Врешь, нет у тебя унитаза.
Он только у Зеленского есть и у Байдена. Нет, так это не первый раз. Все, ты меня иду. Да, у нас нет унитаза. Иду домой. У нас есть даже бойлер. Представляешь? Ну, бойлер это вообще сложно. А унитаз покажите. Атлантик бойлер. Ну, унитаз есть? О, красота. А сколько стоит унитаз? Вот, а сколько стоит унитаз? У него унитаз есть. Буряты даже не знают. А сколько стоит унитаз? $200. $200. $200 тысяч? $20 тысяч же должен. $20 тысяч гривен стоит. $20 тысяч стоит каждый унитаз. $20 тысяч. $200. Ну да. А зарплата у бурятов знаете сколько? €20 тысяч. Все 20 тысяч. Все 20 тысяч. Не спорь. Где-то $40-50. $40-50 зарплату у бурятов? €20 тысяч. Зарплату бурятов. Почему? Да. И почему Путин их на войну повел? Да. Путин их поэтому на войну и повел. У них зарплата была $40-50. А он им обещал 20 тысяч. 20 тысяч гривен обещал им. 20 тысяч. И унитаз. И поэтому они все буряты пошли. Но они у нас безлимитные просто буряты. Я же говорю, они рождаются, через 4 дня они уже на войну идут. 20 тысяч бурятов в день. В день 20 тысяч бурятов. Так, 200 нас... тысяч. 200. Нет, уже 200, блядь. Другая сумма какая-то. Тысяч. Иди убивай украинцев. Вы можете дослушать? Да, у нас говорит. Зарплата у контрактника 100 тысяч рублей. Это $1500. Понимаете? Ну, это копейки. Это зарплата у контрактника. А, это копейки. У нас в Украине, блядь, у каждого. У нас у каждого в Украине $1500. У каждого. Вообще у каждого. Сейчас выходишь, подходишь к любому на улице, говоришь, сколько зарплат? 20 тысяч гривен. О, я же говорил, $1500. А, нет? Ну иди, ты просто нищий. У нас у всех такая зарплата, да. Ну, так копейки. 7 унитазов, 7 унитазов может купить сразу. 7 сразу, каждый месяц. Ну почему? Да. Почему, блядь? Украл у нас унитазы. Не, у вас стоит. У вас не украл. От собаки. У вас же... Там вот эта баба что-то визжит, что-то накидывает, но ее не слышно. Но она что-то очень сильно накидывает. Прямо она там так накидывает, но, правда, мы не слышим. Стоит унитаз. У вас не украли? Меня украл. А, с Гуччи Серпеня украли, да? Серпеня, да. А можно вы хотя знаете, бы... Вы знаете, что Бучерпень? А вы можно... знаете? Можно хотя бы... Бучерпень, конечно, знаем. Ягоды такие, сезонные. Одну фотографию... А у меня куча родственников. Можете хотя бы... Знаю. Можете хотя бы одну фотографию... У меня куча родственников из Ирпеня. 20 тысяч родственников у меня в Ирпене и 20 тысяч родственников в Буче. И у них у каждого украли по 20 тысяч унитазов. За 20 тысяч гривен. Я вам 20 тысяч раз уже сказал, что у нас украли 20 тысяч унитазов у родственников. Из Бучи, из Ирпеня показать? Даже где, видео есть. Где из дома взят унитаз? Видео показываю. Даже видео есть. Можете? Есть видео. Так, сука, заткнись. Есть видео, но я вам не могу показать, потому что он на кнопочном телефоне. Я его специально закачал в кнопочный телефон, 20 тысяч кнопок на котором. Чтобы никому его не показывать. Потому что видео очень секретное. Я один его посмотрел. И больше не могу никому показать. Оно секрет. Очень. У вас есть? А подождите, вот Яндекс? А, в Яндексе вас заблокировали. Не, а, в Яндексе нас заблокировали. Поэтому мы все в Гугле сидим. Вот, в Яндексе нас всех россиянов заблокировали. Мы все заблокированы. В Хохол все ходим. Пойдем в Хохол вместе сходим. Вы можете показать? Через Google. А вы можете не, показать? В Google зайдите. В Google а можете мне показать? Нету у меня промобила нету. А, второй. К сожалению. У него 20 тысяч кнопок. Отстаньте, Евгений. Мобила. Унитаз есть, а мобилы нету. Потому что унитаз дорогой, на него все бабки ушли. Телефоны дешевые. Телефоны там... Да, вообще, за копейки. Но унитаз очень дорогой. Середина золотая там, внутри. Он золотой и покрыт фарфором. Ну, так, чтобы прям вот солидно было, фарфор. Потому что золотой у всех есть. Поэтому все бабки на унитаз ушли. Так, ну, у меня одна, у моей жены другая. Ну, возьмите у жены телефон. Она спит. Она спит. А во сне орёт.
А там визжит, не переставая. Она спит. Ирпень, буча, унитазы. Трусы, трусы, трусы. 20 тысяч. 20 тысяч гривен трусы. Она, я слышу ее разговор. Разговор, вчера там был разговор. Чем вы врете? Она кричит уже 5 минут. Вот. Вот, и мобила. Нормальный телефон. А, вы не видите? Нормально. Вот, и мобила. Ну, я разломал. Ну, что ж, жена пошла смотреть на 20 тысяч кнопок, в 20 тысяч насылок, 20 тысяч открыла, и все, телефон задымился, я его ебнул об его голову. Об ее. Ну, и он чуть-чуть пострадал. Мало ее случайно. Угу. Я могу купить новую. Окна у вас я завтра буду куплю новую. Представляете, я могу в Украине... Прикинь, я могу завтра купить новый телефон. Шейх, ёпта, ты шейх нефтяной, наверное. Или, ах ты унитазный шейх. У него, я говорю, у него 20 тысяч унитазов. У него 20 тысяч унитазов, он пойдет и купит 20 тысяч телефонов. 20 тысяч люстр. И вообще, это, нет, как его, не паникуй. Какого? Только спокойствие. Только спокойствие. И я завтра 20 тысяч телефонов тебе куплю. Хули я ж Карлсон? Малыш, не пизди. Спи. Дальше. Не купить новый мобиль. А окна у вас пластиковые? Это Мейзы? А Мейзу. Да, окна. Что? Окна пластиковые у вас? Да. Да. Почему? О, во сне орёт там, слышь? Да, да. 20 тысяч окон, да. Я, да. Окна пластиковые? Не, ну, у меня картонные. У меня картонные. Но это же деревянные окна. Да. А что орёт, да? Спит и пиздит. Смотри, какая. Спит, но все равно пиздит. Ты посмотри, какая молодец. Настоящая украинка. Настоящая. А у мамы... А телевизор... А телевизор у вас еще кинескопный? Телевизор можете показать? Я себе это покупаю. Телевизор покажите. Телевизор покажите. Вот, я вот захожу. Но в одной комнате пластиковый, а в другой комнате деревянный. Я себе не покупал. А балкон? А я себе не покупал. Я маме купил, а себе не покупал. Потому что 20 тысяч унитазов, думаете, легко купить? А 20 тысяч телефонов жене? У нас как какая-нибудь хрень ломается, я все время 20 тысяч покупаю. Но мне нравится число 20 тысяч, хули я поделаю. У нас вот одна пуговица оторвалась, блядь, иду 20 тысяч пуговиц покупать. Ну что делать? Вот так совсем. Ни на что денег не хватает. Кон еще деревянный. А, кому дедушка делал, да. Мы не хотим. А, не хотим. Телевизор. Мы не хотим. А, вы видите, да? А телевизор у вас кинескопный? Телевизор с кинескопом у вас? Мой, да. Мой, да. Можете показать телевизор? Да. А то мы телевизоров тоже не видели. Скажи еще, что цветной. Да. 32 телевизор дюйма. Кинескоп. 32 дюйма. 32 дюйма. Нихуя пиписька здоровая. 32 дюйма. Цветной. Дорогой, наверное. Баксов 150. Если 20 тысяч унитазов продать, такой купить можно, нет? Кинескоп, да? 32 дюйма. Кинескоп. Кинескоп, да? Да, кинескоп. Мои жены... У него трусы висят над башкой. Ебать, богатый чел. У него трусы над головой висят. Тряпка на стене висит, на потолке. А? Тряпка на потолке висит. А, то я сушу это свою эту. Сушьте трусы там, да? А что трусы? Рубашка. Что, трусы тоже не сперли? У них, смотри, и трусы не сперли, и унитаз не сперли. У них ничего не сперли. К вам что, буряты, не подходили вообще, что ли? Хрена вы блатные там. Рубашка висит прямо посреди комнаты. Вон, даже в Украине. Слава Украине. Богато живете, богато живете. Богаче буряты живете. У вас жена очень громко спит, мужчина. Вы не могли бы ее чуть-чуть угомонить, а то слишком громко спит. Чуть-чуть убавьте. Так вот, децибел на 80. Да, у меня две квартиры.
А две, у него две квартиры. Он просто здесь ничего не хочет делать, ничего, ему ничего не надо. У него есть квартира, там 20 тысяч комнат, 20 тысяч телевизоров, 20 тысяч унитазов и 20 тысяч трусов. И 20 тысяч, все застеклено, все пластмассовое, все вообще. Все там по 20 тысяч. Ну, другая комната, другая квартира есть, другая. Я вам сейчас, конечно, не покажу. До нее это ехать 6 дней на оленях, ёпта. Поэтому сейчас не покажу. Но там 20 тысяч комнат, 20 тысяч. Две, да. Там тоже деревянные. Я купил себе за копейки. Я купил себе телевизор за 100. Даже... За 200, за 100, за, блядь, да, даже, сейчас, подожди, сейчас, какая там цифра, сейчас, там 100, потом 20, потом 100, потом 20, если 120, 120, это 2, короче, за 2 и много нулей я купил вот себе телевизор, да. 100 долларов нет, да? То есть унитаз дороже у вас, да? 200 долларов. Унитаз 200 долларов, телевизор за 100 долларов. Ни хрена ты богатей. Просто тебе не надо, я понял. Ты во что вкладываешься? Ты вот, ну, не любишь, да, просто вот это вот наживное, нахуй надо. Ты в душу вкладываешься, да? Волосы там себе ебашишь за 20 тысяч гривен причесочку, да? А буряты за ними идут. Да, буряты берут унитаз. Поэтому буряты берут, потому что дороже, чем телевизор, унитаз. Нихера себе. Да, не то, что берут, они там ставят. Ну, я понял. Я посмотрел вашу квартиру, ваш телевизор, ваш унитаз, ваши деревянные окна. Вы очень богато живете. Элита, украинская элита. Извините, тут, извините, я бы вообще бы не лез. Чувак живет, извините меня, блядь, мое почтение, нихуя себе. Ну? У меня вообще телека нет, кстати. Ты знаешь, я живу. Тише, спи, ёпты, заебала, дура. Ты ж спишь. Спи тихо. А кто у вас кричит? Это жена. Я на квартире живу, смотри, да. Жена же спит у вас. Я живу. Нет, он проснулся. Я проснулась. Хули он тут 20 тысяч 5 раз сказал по 20 тысяч. Я как слышу 20 тысяч, тут же просыпаюсь. 20 тысяч мне дай. А, ты про унитазы? Заебал, блядь. 20 тысяч, чё, давай мне. А, ты про трусы? Да заебал ты уже, дай поспать. А, вы проснулись. Я живу в съемной квартире. Ну. А, это уже съемная. Это уже съемная. У мамы. Это уже съемная. У мамы поставил пластиковые окна, потому что это съемная хата. Поэтому, блядь. Съемная хата. И у мамы поставил пластиковые окна. Ну, потому что хата съемная, поэтому себе не стал ставить. Ну, себе не хочу. Дом 87-го года вроде постройки, насколько знаю. 87-го года. При Советском Союзе. При Советском Союзе. Пора декоммунизировать, дядь. Выходи и нахуй взрывай все. Пора декоммунизировать. Ты чё? Ты коммунист, что ли? А ну, ёпты. 20 тысяч пинков и все, и раздолбал. И вы за 40 лет. Окна не поменяли. Я снимаю квартиру. Кому 40? Он 40 лет снимает 20 тысяч квартир. Но он за 20 тысяч квартиру снимает эту. За 40 тысяч лет. Поэтому, как бы, не получается. Я снимаю квартиру. Не. Я снимаю квартиру. У меня еще 3 квартиры. Я снимаю, у него еще 2 квартиры. Бля, пока пиздил, еще хату прикупил. Только что была это одна, у него еще одна квартира есть. Сейчас уже он эту снимает, у него еще 2 квартиры есть. Пока разговаривали, он на кнопочном телефоне хуяк и прикупил себе хату еще одну. Ну, пока пиздили просто. Он раз и еще одну хату купил. Ну, а чисто между делом. Хуля, копейки, ёпта. 20 тысяч гривен. 20 тысяч. Тебе 40 лет, мне не 40. Я намного моложе. Не, ну, он... Мне не 40, я намного моложе. Мне 39,5. Не пизди там, блядь. Я молодая еще. Я еще ягодка. Ну, такая.
виноград, изюм. Ну, заебал, отстань. Ну, богато, богато, богато живете. Да. А нет, кафельная плитка, кафельная плитка в ванной есть? Кафельная плитка в ванной есть? Конечно, можно есть. У нас все, говорит, у нас все есть. Понятно? У нас все есть и ничего нет одновременно. Но в другой квартире. У нас все есть, но в другой и во второй. А во второй вообще там, ебать, там хата, блядь. Ты б сейчас охуел, москвич. А, петербуржец? Похуй. Ты б сейчас охуел. Там такая хата. Ты шо, мать его, за ногу? Тут все золото, тут все серебро, тут все мрамор. Тут все, там телевизор 16 метров в диагональ. Ёпта, цветной. Вот такой плоский, вот такенный, блядь. Да всю вообще прям, с весь дом. Мы всем домом смотрим телевизор наш, блядь, он здоровый, пиздец. Посмотрите. Слушай, забей, пожалуйста, я тебя очень прошу. Ну, забей, блядь, на все. А на жену сколько, можно посмотреть? Это съемная квартира, в городе Киев. Добрый вечер. Так вы в Киеве живете, да? Добрый вечер, да. Вы в Киеве живете? Да. Ты сейчас во сне разговариваешь? Мать, тебе к врачу надо. Ты ебать спишь как-то не очень это... Некомфортно ж тебе, нет, так спать? Ну, лицо, конечно, симпатичное. Тут базара ноль. Семикомнатная квартира в городе Киев. Мы живем в старом доме. Семикомнатная в Киеве? А, ну заебись. А что не 20 тысяч комнатная? 20 тысяч у тебя же должно быть квартира в Киеве. Всю площадь. Весь дом твой, не? Сколько это стоит? Это стоит, блядь. Не ругайтесь. Это столько стоит квартира, блядь, я таких цифр даже не знаю. За сколько мы ее купили? За 20 тысяч? 20 тысяч она стоит. Она 20 тысяч по 20 тысяч стоит. У нас такая квартира, блядь, вот такая вообще вся. Вот. И машина у нас еще, вот такая машина есть, вот такая, блядь, вот черная такая, вот такая. Тут двери такие, тут еще двери, тут колеса такие. Тут такое стекло, и тут руль вот такой. У нас такая машина есть. Вот такая, черная вот такая у нас есть. Вот такая. Она тоже 20 тысяч стоит. 20 тысяч. У нас еще... А еще у нас в квартире газ. А у вас? Богато живете, да. В Киеве богато живут. Да. Телевизор, деревянные окна. Да. Богато. Я не вижу смысла разговаривать. Да, Евгений, почему? Поговорите еще. Может, он денег вам скинет? 20 тысяч. Кинет 20 тысяч тебе, прикинь. Скажи, кинь 20 тысяч на карту. Ебать, ты богатый. Не переживайте, здоровья вам. Здоровья. Да не, ну вы зря, Евгений. Такой богатый. Я бы денежку попросил у него. 20 тысяч. 20 тысяч, дай 20 тысяч. На унитаз. Ну дай 20 тысяч, заебал. Ну и все, он бы дал. У него денег, у него вот. У них 20 тысяч по 20 тысяч. Я попросил бы. Я бы взял. Зря вы, Евгений, зря. Это Киев. Реально, это Киев.